Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Я помню, когда мы это увидели. Тогда не было ракурса с лицом Тэхёна, все решили, что он отлично справился с эмоциями. Ага, вы только посмотрите на его хитрую ухмылочку. Девятое место. Ох, и подгорали у кое-кого попы в тот день, когда нам показали этот контент. Восьмое место. Совпадение или нет? Тэхён сказал: «Я хочу Чонгука». I want JK. Когда Чонгук сказал, что его любимый конец в сказках, это конец сказки «Золушка», как сказать, сильное желание встретиться, когда принц ищет Золушку. Чувства после полуночи очень нежные, а в одном из интервью Тэхён сказал, что он Золушка на Хэллоуин. Тэхён был одет в костюм в Белоснежке, но он перепутал и сказал: «Я Золушка». Когда Тэхён сказал: «Поцелуй, глядя на Чонгука». Седьмое место. Что творят? Ни стыда, ни совести, ни продолжения. Шестое место. Поведение пары. Чонгук решил, что широкие объятия только для Тэхёна. Некоторые вещи не меняются никогда. У него всегда лучший вид и обзор. Пятое место. То, как они держатся за руки. А как они смотрят друг на друга. Думаю, все, кто вокруг них, все понимают и видят. То, с каким взглядом Чонгук залипал на красавчика Тэхёна. У Чонгука выхода не было, такая красота рядом. Четвертое место. Забота.
Тэхён заботится о Чангуке и подает ему всегда воды. Они всегда поддержка друг для друга. Как Чангук старался над подарком для своего Тэхёна. А как Тэхён был счастлив, что Чангук именно ему подарил подарок. Мои драгоценные. Счастливый Тэхён и довольный Чангук. Как же скучаю по тем временам. Третье место. Новости Чангука и Тэхёна. Завтрак Тэхёна, рис, суп на говяжьей кости, жареная свинина с устричным соусом и капустой, икра летучей рыбы на пару, кимчи из пекинской капусты, молоко. Завтрак Чангука, рис, свиная котлета со сладким картофелем и сыром, суп из шампиньонов, кимчи из пекинской капусты, салат с сыром рикотта, чесночный багет, виноградный сок. Обед Тэхёна. Черный рис, суп из морепродуктов, свинина в кисло-сладком соусе, маринованная морковь, ассорти кимчи, кимчи из капусты и кимчи из зеленого лука, освежающее желе, нейчер и сьога с персиком. Обед Чангука. Свиная котлета со сладким картофелем, сырный рулет, грибной суп, чесночный багет, салат с сыром рикотта, кимчи из капусты. Ужин Тэхёна, рис, рагу из сосисок, кимчи, овощей, мясной рулет, салат с макаронами, кимчи из зеленого лука. Ужин Чангука, рис, говяжий суп, салат с кровяной колбасой, редис с приправами, кимчи из пекинской капусты. Тэхён снялся в рекламном ролике о тренировках второго корпуса. В этом видео Тэхён тренируется в городской боевой стрельбе. Крутой солдат, проходящий действительную военную службу в подразделении Саньонг армейского корпуса, продемонстрировал своих крутых солдат в рекламном ролике BTS. В результате репортажа от 17 числа Тэхён недавно появился в видеоролике о саморекламе второго армейского корпуса Канвандо Чхунчхон. По словам официальных лиц, видео было снято самим корпусом и загружено на канал YouTube, которым управляет корпус. Тэхён, одетый в нашивку военной полиции, привлекает внимание своей крутой фигурой и решительным взглядом. Кроме того, Тэхён умело обращается с огнестрельным оружием и при каждом выстреле попадает в цель, вызывая восхищение. С другой стороны, в прошлом году Тэхён подал заявление в армейское командование специальной миссии по обороне столицы ДЭТ. А в феврале этого года он был направлен в дивизию Саньонг армейского корпуса в Чхунчхоне, Канвандо, и продолжает свою военную карьеру. Он служит в специальном подразделении военной полиции, подчиняющемся командованию. Достоинство – все, что он делает. Не каждый солдат может носить военную форму с изяществом. Но Тэхёну это удалось. Он потряс всех своей красотой, харизмой и достоинством. Гордость Кореи. Тата Мяйк – одна из многочисленных граней Тэхёна, одно из обличий, которые присущи нашему Мишке.
Точно знаю, он прекрасно осознает, какой властью обладает эта его манера поведения и нещадно использует ее против наших сердечек. Арми в Твиттере – это история о человеке, которая попала на фан-сайт BTS во время их раннего дебюта. У человека были проблемы со слухом, поэтому, когда она не могла услышать, что говорит другой человек, то пыталась прочитать слова по губам. На тот момент Ченгуку было всего 18 лет, и он заметил, что у Арми возникли проблемы. Он вежливо сказал ей «извините» и спросил, на какое ухо она слышит четко. После того, как она ответила, что слышит на левое, Чангук наклонился к ней и сказал: «Я буду работать еще усерднее, спасибо, что ты меня любишь». Она сказала, что эти воспоминания очень помогают ей в трудные времена. Даже спасли ей жизнь. Тот факт, что Чангук прекрасно знает, как сводит нас всех с ума и получает от этого удовольствие, немного смущаясь. Он такой невыносимый. Корейские СМИ назвали Тэхёна лицом гения эпохи Янгана. Тэхён является визуальным участником BTS и одним из тех, кто внес наибольший вклад в мировую известность группы. Он уже стал символом красивых мужчин по всему миру. Напомним вам один из самых милых моментов. Тэхён просто не мог пройти мимо этой очаровательной кошки и остановился поболтать с ней. И, конечно, совсем не удивительно, что после выхода этого эпизода количество кошкозавистников резко возросло. Katara Studios, я также хотел бы поблагодарить и поздравить Редан Чангука и Фахада Алкубайси за то, что они сочинили гимн, который запомнится на долгие годы, в честь всех мечтателей, которые там есть. Их аэропортные луки. Их динамика. Клип «Love Me Again» уже превысил 91 миллион просмотров на YouTube. Когда каждое движение – искусство. Аккаунт Чангука для Бама в Инстаграм попал на первую страницу индийской газеты. Это действительно самая горячая новость во всем мире. Их улыбки прекрасны каждая сама по себе, но когда они улыбаются вместе, это что-то фантастическое.
Рекомендация от Чангука в Твиттере 4 года назад. Я рекомендую эту песню, потому что ее приятно слушать, сидя в одиночестве. Вы все сегодня тоже много работали. В одном из торговых центров Сеула был замечен Чангук. Милый Тэхён в Твиттере 10 лет назад. Погода такая хорошая. Его харизма во время выступлений. Превью фото к новому эпизоду Snack Time S2 с Чангуком. Ну что за красавец? Арми нашли толстовку Чангука из нового поста с спамом. Нас ждут в будущем совместные лайвы на Вэвос. Вэвос объявили на пресс-брифинге в Токио, что добавят функцию, которую предложил Чан Вон из Энхайпен — возможность проводить совместные прямые трансляции с другими артистами. Напомню, что Тэхён Тэхён и Чангук ранее говорили о том, что Вэвос должен иметь возможность такой функции, когда они проводили совместную трансляцию в Инстаграм в начале февраля 2023 года. Ровно год назад, в этот день, мы увидели Чангука на Коачелла. Его легендарное сообщение на Вэвос. Блин. Я хотел спокойно посмотреть Коачеллу, но меня сразу поймали. Арми такие потрясающие. Люблю вас. Как вы меня узнали, ребята? Я даже челку подстриг. Восьмидесятивосьмилетняя Арми и фанат Джина и Тэхёна попросила свою дочь сфотографировать фигурку Джина и Тэхёна на фоне цветущей вишни. Местные цветущие вишни были в полном расцвете, поэтому я взял хальмони для просмотра цветения сакуры. Я хотела сфотографировать Джина как цветок и цветение вишни вместе. Это была лучшая весна с тех пор, как я впервые за более чем 10 лет увидела цветение вишни со своей хальмони, и Джин Кун тоже сопровождал меня. Я искренне благодарю Джина за то, что он стал причиной ее долгой жизни. Честно говоря, моя мама также принесла Тэхёна. Тэхён стал артистом недели по версии Fancast во вторую неделю апреля. Это его пятая победа подряд. Его номинация на звание «Артист недели» завершилась на этой неделе. Тэхён был номинирован 5 раз и каждый раз побеждал. Второе место. Это так интимно. Тэхён — главный фанбой Чангука. Его реакция на это выступление бесценна. О-о, он опять расстегнул свою рубашку.
Чангук всегда держит руки Тэхёна в манере жениха. Решение принято. Хочу на ручки. Степень близости, которая меня смущает. Первое место. Они такие собственники. Как бы, между прочим, делают это? Ревность превыше всего. И Намджун в конце. Да сколько можно Тео, блин? Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.